Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение с вами. И мы продолжаем играть Grow Castle. Так, ну что, у нас тут есть апгрейдик. Сколько у меня там денег-то? Денег-то шиш, да не шиша. Да, даже не хватило. Я не был в игре фиг знает сколько. Даже не хватило на апгрейд, прикинь. Ты прикинь. Так, что тут у нас добывает? Я в шоке. В легком. Так, ну что, давай битву начнем. Посмотрим, как там, что у нас получится. Честно говоря, я уже забыл, что, как и почему. Давно не заходил, ребята. Я даже не помню уже, как там апгрейдить надо все это. Не надо мне этот. Но пока вроде бы все у нас четенько. Держим оборонку, никто пройти не может. Можем вот так вот сделать 2х. Рухнул дирижабль к чертовой бабушке. Ой, я же забыл, что у нас есть эти-то. Мы же с тобой в спецвозможности же можем делать. А волна 1636, ребят. Да, прошли на изи. Даже не вспотел, ребят. Ой. Так, вот тут вот я, ребят, не врубился. Что тут? Как вот это прокачивать-то? Так, а, только лидеры могут. А как тогда вообще прокачиваться? А, следующие очки на 2000-й волне. Ну тут у нас, по-моему, прокачано все по максималке, да? Вот это только, я не знаю, закрыто пока. А так, артефакты, я уже не помню, ребята. Так-то на огонь. Вот это вот можно будет, наверное, повысить. Нету этих камней, да? Ну, голда нам пока не нужна. Так, атака лучников, это все понятно. Здесь два огненных голема будет выходить. А здесь два ледяных голема. Ну это автобой. Окей. Ладно, пока оставим все как есть. Угу. Ах ты, бочка, бочка, бочечка. Да ну, турели-то я не буду. Лидера, вот лидера я. А почему у меня Эдвард? Почему я выбрал Эдварда? Непонятно, блин. Эдвард идет один из самых первых. Дамаг 100%. А, он еще призывает 4 рекрута мелких. Ну, тут можно купить вот этого, например. 738. А у него, ребята, вон, смотри-ка. Король скелетов. Он у нас, может быть, его все-таки экипируем. Два бессмертных призывает. Двух бессмертных призывает. Ну-ка.
Я его там и не вижу. Так, X3, наверное. А, X3 надо покупать, ребят. Ты видел? Прибежал хмырь болотный. Слушай, а почему у меня вот этот лучник без... Блин, дирижабль какой-то мощный. Мне бы, конечно, моих лучников прокачать. Было бы вообще топчик. Смотри-ка, разорвали. Так, Рэй Моррисон получает... Чего-то там получает. Лям 200 уже, лям 200, ребята, я могу... Оп! Как тебе такой подход? Подожди, а у нас... Подожди, подожди, а как драконов, ты не помнишь? Как мы дрались с драконами? А, вот это вот. Легендарный дракон Син. Как думаешь, справимся? Хрен, по-моему, мы справимся, ребят. Что-то я... А чё он так... А чё он так меня... Быстро, этого-то моментально мы расфигачили. Так, кулдаун минус... Не, я, наверное, заберу его. Так, у нас идет вот, наверное, может быть, красного попробовать. С красным мы должны разобраться, ребят. Да, с красным покончено. Ох ты. Подвеска. Так, отравляющая, да? С дамагом. Блин, ну... А что такое эксперт? А ну-ка. Я не знаю, что это такое. Давай посмотреть. Данжон. Босс. А где босс-то? А, вот он. Фига себе. Мы его даже не остановили. Эксперт. Эксперт снаряжения. Слушай, ну... Блин, а чё же... Как же мне тогда валить этого? Син дракона. Так, ребят, я знаю, что из вас многие шарят в этой игре. Как лучше всего син дракона вальнуть? Чё-то мне такой вопрос вот интересует. Как вальнуть син дракона? Очень, блин, хотелось бы мне, конечно, вальнуть его. Потому что я больше уверен, что... Ну, тут пока вроде бы как бы без... Нет, надо все равно, ребят, активировать. Без активации как-то не идет. У нас какой-то на 2000-й, да, мы получим с тобой следующий балл. На 2000-й. Офигеть. Ну... Ты понял, да? Здесь разобрались. У нас что-то так хп мало. 32 тысячи всего лишь-то. Левел ап. Оп. Оп. Так. А зачем ему поисон дамаг? Поисон дамаг 6,9 электричеством. Скорость атаки. Ну, скорость атаки у нас есть.
О, так тут вообще вон, ребят. И... Я не уверен, что... Почему у него заморозка стоит? Кулдаун 3.9. Нет, тут, по-моему, есть получше меч. Кулдаун. Скорость атаки, наверное, поставить надо. Потому что кулдаун, это, наверное, на призыв сумонов, скорее всего, ребят. Сервант 0. Что вот это такой 0? Звездочка не горит нифига. А сколько мне самоцветов? 56,5. А зачем я сюда поставил две огненные башни? Что-то не врублюсь. Вот этого я что-то не понял. Нафига я поставил две огненные башни-то здесь? У нас что, больше ничего нету, что ли? Такого быть не может. Так, победа. Башни у нас прокачаны по максималке, да? Ну да. А вот это я, ребят, не знаю, что делает. Duplicate Tower Attack 50%. Замедляет. Замедляет врагов, я так понимаю. Башня-то это. Это я что, поставил 20 волн сразу на промотку? Да, прыжок в 20 волн. Опять же, друзья, пока все держим. Держим, держим оборону. Эти гаврюши ничего не смогут нам сделать. Оп, 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 бежит, бежит, бежит. Вау! Фух! Видел, в конце выбежали, блин, нахламоны. Два босса, блин. Фух. Так. А чё мы вот это с тобой не захватили? Чё, типа мы не сможем? Вроде должны на изи разобрать здесь. Не знаю, что он тут выпендривался против меня еще. В хлам их, правильно. Вот так вот. Теперь наша территория. Так, 400. 3700. Ну давай попробуем 3700. Попробуем. Если возьмем 3700, ну то, соответственно, мы возьмем с тобой и 3800. Возьмем. Вообще без проблем, ребят, взяли. Просто без проблем. Все. Так, подожди. Это, блин, 3700, 3900, да? Погнали. Да вообще без проблем. Фью. Просто даже не вспотел, ребят. Вот так вот. Отлично.
Значит, а вот интересно, 8 тысяч возьмем? Не, 8 тысяч, наверное, не возьмем, ребята. Откроется скилл. Блин, давай попробуем. Ну, не возьмем, блин. Не возьмем, ребят. 8 тысяч мы вот точно не возьмем. Потому что вон, тут уже ханыги подходят к моей базе. Да-да, вот так вот. Ну здесь, наверное, вот эту территорию мы с собой полностью возьмем. Полностью в эту низину, я думаю. Так, юзайте, юзайтесь. Да, вообще без проблем, друзья. Ну, немножко урона получили, но это несущественно, не страшно. Тогда давай возьмем и нижнюю сразу же, вот эту, 400. Мы не обеднеем, а наоборот свой статус денежный повысим. Да, там копейки проплатим, но все-таки, ребят. Отлично разобрали. Вон, 4333 в 54 секунды. То есть в минуту, грубо говоря. Так, этого мы с тобой освободили. Ну, тут, конечно, было бы прикольно, если бы мы с тобой эту всю карту бы захватили. О, а 5000, давай попробуем 5000. Может быть, все-таки 5000 с тобой осилим. Ну, 4000 же осиливаем. Level up. Слушай, должны вытянуть, ребята, должны вытянуть. Что-то мне не нравится, как ты. Кто-то хочет пробежать. Есть! Еще прям перфект вин. Волн, ребята, на пропуск поставил. Это будет 1690, если мы пройдем. Ой, дирижабль какой здоровый. Куда ты? Валькирия, вы где там? Смотри, какой мощный. О-хо-хо-хо. Есть, рухнуло. Рухнуло это корыто, ребят. Очень много летающих юнитов. Друзья мои, шикарно. Просто шикарно. Блин, где мне вот эти вот камни взять? Благословение, блин, я благословение так и не получил. Так, это дека, это не то. А чё, контракт нужен второго уровня? Что за контракт второго уровня? А тут у нас ничего с тобой не стоит. У нас есть это... Фордж, может быть, поставить? Старый лес. А что старый лес дает? Ну, вот это нужно 60 кристаллов. Чё сейчас сделал, блин?
Так, дека мне не интересно. А, тут слот героя. А что такое? Ой, а что это такое, ребят? Что это такое? Как это жесть была бы. Это просто, ребят, как это была жесть. У нас тут еще, видишь, эти, ух. Слушай, а мы 4 и вот эти 5000 можем взять. Меня просто интересует, мы с тобой вот это вот уничтожили. Что нам это дает? Просто дополнительное одно очко. Но 8000 вряд ли я уже, ребята, завалю. 8000. На 4000 спекаемся. 8. Нет. Не для меня. Здесь, да, здесь мы разберем. 4, ну 5000 еще. 5 там, ну до 6. До 6, мне кажется, мы, ну, в принципе, на изичах должны разбирать. Вот 7 и 8 тысяч, это уже. Вот давай проверим. Вот, 6000. Сейчас, говорится, как говорится, и увидим все. Что мы себе тут стоим, представляем. Ну да, 6000 мы берем. Берем вообще, ну, можно сказать, не напрягаясь. 6000. Давай попробуем 8000. Где он у нас? Вот он. Давай, наверное, вызовем нежить в помощь. Да ладно, неужели пройдем? Вот 8000. Да юзай ты, блин. Оу. Что-то, друзья мои, не поперло. Меня просто расстреляли издалека. Просто был тотальный расстрел. Ну, сам видел, я думаю, да? Просто бамс-бамс, и все, ребята. И именно под конец. Потому что, ну, против лучников у меня как бы ничего и нету. А эти, да, эти пока разбираем. Блин, 8000 не тянем. К сожалению. 8000 не тянем. 1690. Волна у нас. Я здесь, друзья мои, даже ничего не применяю. Как ты видишь, даже не юзаю скиллы, ничего. Мы их и всех истребляем своими пока силами. Что очень приятно радует. Ну да. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы у нас на автобое работали наши вот эти вот герои. Так, босс? Босс, друзья мои. Ну, босса мы запинали. Апгрейдил, да? Файр дамаг. Во, дамаг. А почему не могу им надеть?
Что? Почему я не могу апгрейдить? Странно. Дамаг 7,8. 7,8. 7,1. Это мало. Кулдаун. Так, экипировали и кувалдочка. Скорость атаки 7,8. Не, давай вот это вот. Нет голды. Ну да, голда улетела, только шорох. Так, увидим. Увидим. Шанс оттолкнуть. Давай на голду поставим, я так понимаю. Крит шанс. Так, огненный дамаг, электрический, ну, поисон дамаг поставим. И посох, ну, посох у меня только один, шанс оттолкнуть. Может быть, нам лучше ястребов поставить? А, я ястребов уже не прокачивал, по-моему, да? Какие там ястребы-то ему? Так, все вроде бы. Посмотрим. Да не, ну тут должны разрулить. Да что там, блин, все отключается, да подключается, уже запарило, блин. Знаешь, такой звук? Это всегда, когда ты что-то подключаешь, блин, начинает бренчание, блин. Да не, нормально тут справляемся. Тут... Слушай, я забыл, у нас же как-то же еще прокачиваются наши персонажи же, я же помню. Как-то древо у них там должно быть. Все позабывал. А как действительно выйти на древо прокачки-то их? Ага, вот. Так, они у меня прокачанные, получается, да? Ну да. Чинит 40% максимального ХП. Вызывает 5 магических скелетов. Ну это у нас опять же 3 сестры. Мы с тобой 3 сестры этих прокачали. А, подожди. Это не прокачано, что ли, получается? Слушай, у нас... Так, это сюда идет. Это сюда. Получается, эту нам нужно прокачивать вот на эту ветку. Подожди. Блин, а прокачано по этой ветке. Это по этой. А нахрена мы с тобой прокачали на две одинаковых ветки, блин?
Блин, это не то. А кто у нас тут еще, ребят, нормальный? Так, выкупил ассасина. Винди тоже выкупил. Так, Гольммастер. Рога, тоже куплю его. Посейдон выкупили. Ледяной маг. Интересно. Астон. Тор атак, скорость 100%. А Посейдон-то что делает? Вызывает одну водяную волну. А есть ли нам смысл? Наверное, нет пока, ребята, смысла прокачивать с нуля. Так, я уже забыл, кто у нас там. Черт, тебя подери. Ализа. Дороти. Да, Дороти. Я просто не помню, кто из них кто, ребят. Ну, Посейдон. Может быть, вместо барабанщика. Не знаю. Бонус голд 14%. Окей, давай дальше. Пока у нас идет бонус голд. Десять волн. Я послал на 10 волн. На перепрыжку 10 волн. 1693. Мне в свое время выписали, ребята, у кого-то там 63 тысячи. 63 тысячи волн. Ты можешь представить? У меня 1693, там 63 тысячи. Нет, же офигеть просто можно. Просто можно офигеть, ребят. Так, что, босс? А, жесть, сдулся. А вот орбы, как орбы, ребят, получать? Где вот эти, блин, где брать мне вот эти вот красные камни? Да и самоцветы, блин. 99 самоцветов. Я знаю, что, ребята, вы мне подскажете все. Гильдия. 100 миллионов. А я без гильдии, да, ребят? Получается. Ой, куда бы мне... Давай сюда. Блин, какая-то гильдия. На русском языке. Я, если честно, так и не понял, ребята, что дает гильдия. Автобаттл, старт. Что дает вообще гильдия, ребят? Если кто шарит, можете мне написать в комментариях. Я буду только за. Поставил, ребят, на автобой. Сколько автобой у нас? По-моему, там 5 минут длится, если не ошибаюсь, да? То есть 5 минут у меня будет битва сейчас нон-стопом. Как ты видишь, у меня и скиллы сами перезагружаются вон на наших ведьмишках. Ну и таким образом
Я, наверное, пойду попью чайку. Вот. И... ну, а мои персонажи пускай пока здесь фармят. Да, автобой, все автоматически идет. Так что, ребятушки, увидимся уже чуть позже. Так, друзья мои, ну что, у нас 1720-я волна. Автобой у нас будет идти, если я не ошибаюсь, 5 часов. И я намерен, наверное, знаешь, что сделать? Лечь спать, оставить, чтобы у меня игра играла. И следующая серия у нас с тобой будет просмотр, до какой волны мы с тобой дойдем. Соответственно, у нас будет много денег. Соответственно, мы с тобой чуть-чуть прокачаемся. Но я не уверен, что, конечно, что в течение 5 часов мы с тобой будем проходить все эти волны. Хотя, кто его знает. Вот смотри, сколько там. Почти 6 часов, ребята. 5.44. То есть 5 часов 44 минуты будет у меня автобой. А там уже... ну, а что там уже? А там уже начнем следующую серию. Уже, я тебе еще раз говорю, с повтора. И всего лишь 2 уровня, ребята, получил я. 402 левел. Был 400, когда мы начали. Зато самоцветы идут довольно неплохо. Ну что ж, друзья мои. Тогда на этой замечательной волне я буду закругляться. Вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.